А вы из Петербурга, да? Да. Ну, я знаю, что вы много проводите времени в Москве сейчас и на съемках, разъездах за границей. Но, тем не менее, я здесь театр, и каждый месяц я играю репертуар. И недавно, фактически полгода, безвылазно прожил в Петербурге, репетирую Гамлет. Сейчас еду в Москву, и с 7 числа у нас репетиция. И потом открытие сезона, опять же Гамлет, Вишневый сад, такова, что любовь, я буду здесь. Любимых места их очень много в Петербурге.